Взор верующего в Бога вовсе не такой, как видит неродившийся свыше, кто без благодати. Для сих последних даже то, что под рукой, сугубо непонятно. Скажем, кстати, плотские люди многое изобрели для плоти. Гигантские проекты по транспорту и стройкам. И в океан опустятся, и кит их не проглотит. Так много приукрасили и там, где непристойно. Христиане знают, что все здесь суета. И глаз не насыщается увиденным вполне. Со смыслом жизни к вечности без Бога не сверстать. И расставаться с этим, скажем, днем больней. Взор верующих Дух Господень просвещает. За гранью видимого рассмотреть Творца. Его заботу, благость, как ясным днем, ночами. И что за этим будет, он сможет прорицать. Глазная мазь Христова благодать нежна. Ни серебром, ни золотом ее приобрести. Он протирает ею заспанные одежды, и разумение к мази почти всегда впритык. Предупреждает Бог, снимая слепоту, с особой зоркостью прозорливость воссядет, и даже тем, где трижды пропоет петух, и даже тем, кто явно давно плетется сзади. Мы зрим с прозрением не просто как соседа, в духовном плане выше, чем плотское зрение. Поймешь, что между строк, куда плывем и едем, все, абсолютно все во свете воскресенья. Очки здесь не помогут, коррекция не в помощь, глазные капли разные, бессилен каротин. Грех ослепляет зрение и причин, как сонмищ, на наше зрение Христос нападки укротил. Должны быть чувствования в нас те же, что в Иисусе. Должны мы видеть так же, как глаза Христа. Трахому катаракт он близко не допустит. Он хочет, чтобы верующий в Бога возрастал. 3 сентября 2010 года.